Здорово, чуваки! Это обзор от mob.org и я, Трэш. В сегодняшнем выпуске вы узрите призрачную головоломку, хэллоуинский экшен, клон КС, двухголовую пружинку и пошаговые войны. Поехали! Ghost of Memories — это потрясающая изометрическая головоломка, выполненная в мультипликационном стиле. Тебе предстоит исследовать земли древних цивилизаций и разгадать их тайны. Каждый уровень сопровождается уникальной атмосферой и музыкальными композициями. Пройди 4 потрясающе красивых мира, наполненных призраками и духами. Выполняй квесты и разгадай тайну древних. Приготовься к ужасам Хэллоуина! В игре Spooky Realm тебе предстоит помочь маленькому Рэю спасти свою бабушку из лап Бугимена. От уровня к уровню тебя ждут все более жуткие миры, наполненные отвратительными монстрами. Модернизируй игрушечное оружие в смертельный арсенал. Прокачивайся, открывай награды, побеждай ужасных боссов и спаси бабулю! Critical Ops — это добротный клон сам знаешь чего. Соревнуйся в мастерстве с друзьями по мультиплееру. Выбери спецназ или террористов и делай то же, что делал сам знаешь где. Короче, ты понял. Стыдно про такое не знать. Fool the World — это красочная и уникальная головоломка про двухголовую пружинку, путешествующую по красочным иллюстрациям книги. Твоя задача — найти правильную комбинацию заворотов страницы для того, чтобы пружинка дошла до финиша. С каждой страницей сложность и количество объектов будет возрастать, а вместе с ней будет стремительно набирать оборотов и сюжетная завязка. Конечно же, во время выхода Battlefront и новой саги Звездные войны просто не могли не заглянуть на Android. Star Wars Galaxy of Heroes — это тактические пошаговые сражения в стиле серии Final Fantasy. Выбрав сторону, ты пройдешь сюжетную кампанию, по пути набирая новых приспешников и прокачивая их для более сложных сражений. Ну и конечно же, тебя ждет куча бонусов, звездочек и доната. Короче, да пребудет с тобой денежная сила. А на сегодня это все. Если не забыл, то с нашего сайта можно качать игры бесплатно. Так что подписывайся, ставь лайк, вступай в группу и не забывай смотреть пропущенные видео. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. Увидимся!